привет, с вами Полли. Я продолжаю вам рассказывать о фотостоках, о тех фотостоках, которые я нахожу в мире, потому что, конечно, известны нам многие с вами фотостоки, ну, допустим, 10, 15, 20, где работают как бы многие стокеры, и которые у всех на слуху, но также есть небольшие, как бы сравнительно небольшие фотостоки, на которые нужно обратить внимание, и, возможно, у вас там получится заработать даже не меньше, чем на привычных нам, ну, известных фотостоках. Для тех, кто еще не в курсе, напоминаю, что на фотостоках можно продавать фотографии и иллюстрации, то есть картинки какие-то нарисованные вами, и фотографии, конечно же, созданные вами. Картинки могут быть нарисованы даже на бумаге или на холсте и отсканированы, и затем выставлены на продажу. Если вы фотографируете людей, не забудьте, что в таком случае вам нужно заполнить документ, где этот человек поставит подпись, разрешение на то, чтобы его фотографировали, на то, чтобы его фотографию как бы использовали везде, где захочет покупатель этой фотографии. Итак, сегодня я вам расскажу о фотостоке, который был создан в 2008 году в Осло, Норвегии. Это вообще небольшой фотосток, в его штат входит до 10 сотрудников. Если я правильно читаю название фотостока, это yaiimages.com. В месяц этот сток посещает 100 тысяч человек. То есть сток совсем маленький, но с учетом того, что Норвегия страна, я считаю, с достаточно высоким уровнем жизни, возможно, картинки будут покупать, и автор будет получать совсем неплохие деньги. Из этих 100 тысяч, 17,27 – это США. Мне кажется, что это покупатели. Таиланд – почти 14,5%. Возможно, продавцы. Индонезия – 5,28%. Думаю, что продавцы. Россия неожиданно 5,1. Я думаю, что, конечно же, это продавцы. И Соединенное Королевство почти 5%. Я думаю, что это покупатели. То есть можно с большой долей уверенности сказать, что вот видите, 5% уже людей из России, которые узнали об этом фотостоке и уже там работают. Если вы входите в их число, пожалуйста, поделитесь, как у вас обстоят дела, продажи, насколько хорошо там платят авторам контента. Я еще не регистрировалась на этом фотостоке, я просто физически не успеваю все это делать, но я планирую. Я считаю, что если есть контент, нужно правильно просто все организовать и грузить его на массу стоков. Потому что для кого-то даже доллар, 10, 100 тысяч – это деньги. Ну, у каждого свое понятие о деньгах. Вот. Но, допустим, если фотосток, к примеру, дает 10 долларов, к примеру, да, маленький фотосток, и таких стоков будет, например, 30. Ну, лучше же получать 300 долларов, чем 10. Вы же со мной, я думаю, согласитесь. Поэтому надо, конечно, пробовать. Хотя я понимаю, что трудозатраты по загрузке фотографий, иллюстраций – это, конечно, время и силы. Это тоже нужно учитывать. Но нужно понимать, что ваш доход может вырасти в разы. Поэтому обязательно пробуйте. И если вы уже сотрудничали с этим фотостоком, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях. Благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!